вчера взялись за наш канал. После публикации видео о вынесении предупреждения. Через пару часов был получен первый страйк за видео последней пресс-конференции Владимира Филина и заблокировано видео о перемещении во времени. А до этого в самом начале создания канала видео о теории заговора. По итогу канал 21. Смотри ссылку в правом верхнем углу. Заблокирован на неделю. Поэтому подписывайтесь на этот канал. Ну как говорится, чистое совпадение.